Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на серии Pokeworld Special, и сегодня у нас воскресенье, и в гостях у нас новый гость, Женя. Всем привет. Да, ник у него Дирлин, это баг у меня или что? Что? Да тут Мьюту стоит, ничей, и не двигается, никто его не вызывает. Бывает, когда игроки выходят, а у них покемоны остаются, вот так. Бред какой-то. Ладно. Так как сегодня воскресенье, мы сегодня разыгрываем дом, шайни, Мифсё и рубрика то, что у нас в гостях новый человек, который играет на сервере. Как ты уже, может, догадался, если я тебя выбрал, значит, ты уже одного покемона выиграл. Но сегодня простенькие такие покемоны, нету какого-то нереально редкого шайни. Будут разыграны Шайни Ликит и Шайни Магмар. Ты можешь выбрать, кого ты хочешь, если тебе, конечно, нужен. Давай Ликида. Ладно, ща. Потому что не каждый же день разыгрывать там Шайни Риолу, да, или Дратини, или Иви. Это будет уже слишком. Так. Какую... Человек чуть-чуть с ума сошел. Легенды не разыгрываются. Так, ладно. Ты где? Я сзади. Вижу. Ща, я куда-то убегу. Еще быстрее. Сюда куда-то. Еще тебя ты... Да чё за... Во. Куда-то нужно убежать, чтобы никто не словил. Я не знаю, в принципе, или Кид и Магмар, ну, следующий, наверное, раз разыграем там, не знаю, Иви, может, или еще кого-то. ТП. Так, кого там спаун? Куки спаун. Или Райхорна. Не нужен? Давай Райхорна лучше. Так, или Китери, или Райхорн? Райхорна. Рай. Так, ща. Рай. Во. Шайни заспаимся, да, Шайни? Да, Шайни. Только я не знаю, какая там у него вот эта натура. Посмотри, ща. Угу. Норм, не норм. А вообще как-то натурой можно спавнить? Вроде никак. Никак? Можно уровнем спавнить, а вот натура нет. Какая там натура? Сейчас посмотрю, на меня ратикейт напал. Так, он мне в компьютере. Ща я поставлю, иди сюда. Так. А Райкваза уже тут разыгрывается. Тут что, уже очень много вот этих легендарных спавнится? Ну да, там кто-то сегодня Райквазу поймал, и теперь он говорил то, что будет разыгрывать, когда ты сойдешь. А как, каждый день спавнятся легенды? Я вообще не видел, чтобы они спавнились. Я вот только орбами делал легенд. Не, ну, просто то, что повысили же шанс спавна вот этих легенд. Уже один человек Кьогра словил. И вот сейчас вот... И вот сейчас Райквазу, как я вижу. А что, ему она не нужна, если он так разыгрывает? Я не знаю. Так, посмотри, какая там натура. Ну, у него, в принципе, Херги, я даже не знаю, какая натура ему нужна. Я внутрь не разбираюсь, мне как-то все равно с натурой. Ну ладно, тогда пускай будет. Так, ща, я тогда к дому быстренько полечу или побегу. Потому что, я так помню, в предыдущей серии кто-то мне сказал, что там... Уже один человек не живет, то есть он куда-то переехал, ему нафиг не нужен этот дом. Походу, нет, не вот этот. Господи, нет, не вот этот. Вот, тут никто не живет, в первом доме. Так, ладно, давай тогда ща разыграем... О, точно, ща Шайни Магмара. Иду на спаун. И заспауню где-то вот тут.
Вообще в моде есть еще и первая эволюция Магмара, просто он не спавнится. Какая? А, ну в принципе да. Так, вообще. Магби? Да. Так, спавню вот тут. Во, вижу. Бред какой-то, почему ее не добавили? Может Магми? Так, я заспавнил, вы тут смотрите, кто ловит, не ловит. О, точно, еще тут, еще галета можно будет шайни сделать и белдума. Так. Кто там ловит? Ща. Уже словили? Нет еще. Бред какой-то. Почему я его не вижу? То есть, когда я спавню лиги вот этих покемонов, я их почему-то не вижу какие-то там какое-то время. Вот да, есть такое то, что не видно покемонов. Вот я из-за этой фигни так этого Забдоса проиграл. Улетел куда-то. А, ну это первые там 20-30 секунд, где-то, мне кажется, не видно, а потом начинает показываться. Райхорна выиграл Дирмин. И Шайни. Нет, ща. Шайни Магби выиграл. Так, ща. Кто там выиграл его? Я не вижу. Так, вот. Все, отлично. Сейчас давай дом разыграем. Так, а если один дом свободен, назови где-то, я не знаю, 30 к 60. Цифру любую. 48. Фу, ладно. Тебе дом нужен? В принципе, у меня нет дома. Так, ладно, ну вдруг попадется сейчас. Так. 48, да, ты сказал? Да. Так, я себя пропускаю. Модератора пропускаю, потом еще одного пропускаю. Пропускаю хай всем, ему уже не нужен дом, я уже спрашивал. Потом. Потом вроде больше никого не вижу. Так, ладно. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ух, это долго будет, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Охренеть, ты выиграл дом! Я не знаю, какое это должно быть совпадение, но ты выиграл. Я ничего тут не подсуждаю или еще что-то, но прямо на тебя указало 48 число. Я, короче, победитель по жизни. Я и не знаю, может мне еще раз пересчитать, потому что это как-то вряд ли верится. Не, ну в принципе ладно, выиграл так выиграл. Выиграл, ребята, можете нажать на паузу и сами посчитать, вдруг я что-то перепутал. Ну смотрите, я пропустил себя, я пропустил Хайв 7, я пропустил Луза, я пропустил Фроста. Потому что им не нужен дом. И вот так начал считать 48 и прямо на тебя указало. Офигеть, вот ты прям знал, знаешь, какое число назвать. Да, я экстрасенс просто. Ну да, или интуиция какая-то нереальная. Так, дом выиграл. Во, отлично. Ладно, сейчас я иду тогда к дому. Не, о, случайно, неправильно написал. Не Дирлон, а... Да твою ж, во. Дирлин, да? Да, Дирлин. А вот что, он назвал число и на него попало. Я не виноват, не виноват, я не тебя выбрал. Ты же назвал число и так угадал, можно сказать. Почитать да. Ты, в принципе, никак не мог, да, потому что не знал, кого я буду пропускать и... Да, в принципе, я, у меня на табе я самый первый показан. Еще раз такое... Мог угадать... Да, в принципе, ты вообще никак не мог знать, откуда ты знал, да, кого я буду пропускать. Ну, фиг его знает. Так. Да сейчас еще тогда один дом будет разыгрываться.
Сейчас еще один дом будет разыгрываться. Так, потому что один дом же у нас разыгран, но тут никто не живет. Поэтому нужно его тоже. Ну, этот мы уже разыграли, да, это для тебя. Ща. D1. Так. Регион. Мембер. D1. Shadow 228. И регион Admember. D1. Так, все, вот твой дом. Сейчас я тебя тпхну. Я тут стою. Да? Где? А, вот. Ну все, можешь идти. Так, я сейчас тут. Ай, ты ж. Поменяю. Так, это выкинем. А хотя нет, там вроде еще один дом разыгран. Ну, сейчас я посмотрю. Дом. Так, сейчас. Тут кого дом? Так, этот вроде играет. Так, во. Дом принадлежит. 2014. Так, все. Это твой дом. Сейчас еще посмотрю еще один. Ну тут видно, что уже люди, да, хотят дом кто-то, но. Я потом, может, еще построю, если у меня получится. О, нифига себе, елочка тут стоит. О, точно, уже можно и украшать спаун по-другому. Конечно, так, это его дом. Ладно, тут еще один дом. Назови тоже опять любое число. 29. 29, так, пропускаю. Меня, тебя, Луза, Фросту и ХСМ. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, нет, тогда и кэш-кьюба тоже мы пропускаем. Если бы я тогда начал пропускать кэш-кьюба, то ты бы не выиграл дом, потому что я не знал, что у него есть дом. Ну, в принципе, ладно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. На камикадзе. Так, еще один дом выиграл. Камикадзе. Ну, ладно, вот так. Фу. Так, ну, если у меня получится, я потом еще домов так, 1, 2, 3, 4, ну, еще 6 домов, может, скопирую, если у меня получится вот это с территориями все сделать, то тогда еще будет. Так, нужен или не нужен? Так, нужен или не нужен? Ну, отвечай. Так, потом еще дома будут построены на новый год будут разыграны дома, если я успею построить их. Так, ладно. Гриш, ура. Ты же уже дом выиграл. Ну что ты молчишь? Давай рассказывай, что там у тебя нового? Что делаешь? У меня? Да. Да ничего такого нового. Качаюсь на сервере. А, да, это же человек, который выиграл бесплатный пропуск на сервер, да? Да. Так. Регион. Admember. Какой там? D5. Вот, все. Так. Ничего не ломать, стены не трогать, переносить только вещи. Тебе, в принципе, это тоже относится, стены там не ломать, ничего. Подвал можно строить.
Хоть там можешь построить подвал, знаешь, там к бедроку, там 100 уровней подвала вниз, это твое дело, там все запривачено, и поэтому ты можешь себе там или шахту найти, конечно. Но это такое, знаешь. Приват небольшой от одной стены к другой, но сама суть, ты там можешь себе 100 уровней вот этого построить. Подвала. А, так. Дом. Так, это тот. Да, тот дом. Дом. Во. Дом принадлежит. Как там? 777. Да, все, я уже написал. Справедливо. Дом же разыгрывается случайным образом. А не я. Выбираю. Ну да. Либо. Что. Ну да, для того, кто не выиграл дом, для того и несправедливо, да? Ну, в принципе, да. Все хотят выиграть. Ну да. Если бы он выиграл, то для него бы все справедливо было, да? Ну да. Фу, так, ладно. Нужно будет еще дома построить. В принципе, я так вижу, ну, половина игроков хочет жить на спауне, половина не хочет, но это их дело, то есть. Я разыграю, кто хочет, тот соглашается, кто нет, тот нет. Так, это еще тут нужно будет вот эти дома скопировать, я тут построю еще один, потом еще два. И будет у нас тут такой поселок или еще что-то, ну просто... Территория запривачена, поэтому хреново как-то... Ща я посмотрю, как она тут запривачена. Тут спаун. Тут уже дом, ага, понятно. Так. Ладно, я так думаю, что, в принципе, уже на этом хватит. Мы разыграли два дома, двух шани, да, мы разыграли. Давайте еще, может, по приколу какого-то обычного шани. Назови какого-то... Обычного шайни, не прям какого-то там мощного. Может. Slowpoke. Кого? Slowpoke. Не, ну это уже слишком. Там может, я не знаю. Дай подумать. О! Шайни Катерпер сейчас разыграю, да и все. А в принципе, Шайни Катерпер тут еще никого нету, как я понял. Это, знаешь, такие самые обычные покемоны, но они никогда не спавнятся. У меня Shiny Butterfree. Да? Ну, исключение. Так. Ну, чё ты нападаешь, а? В смысле менять алтари? У вас же есть вот даже их. Покупайте и ставьте. Я же уже давно говорил, что алтари зачем менять, если я их поставил в продажу. То есть покупайте и ставьте себе их. А то раньше были такие уникумы, которые я уже, может, рассказывал, то что... Ну да, человек просто нашел алтарь, знаешь, заприватил его, заспавнил себе вот этого босса, какого нахрен босса, легендарного, да, то есть птицу, нашел там алтарь Забдоса. Заспавнил себе, словил и все. И потом ходил, у меня выпрашивал каждый день, чтобы я поменял алтарь. А я заходил и менял. А я не знал, может это для других людей, знаешь. А я ему тупо менял, он дальше его закрывал там вот этими блоками земли, чтобы никто его не смог использовать. И потом сразу же писал в чат, что там продам алтарь Заптоса, прикинь? Да. То есть, можно сказать, я заходил и давал ему бесплатных Заптосов. То есть, на тебе, чувак, там каждый день одного нового Заптоса, чтобы ты продавал. Поэтому я поставил алтари в продажу, вы себе можете купить хоть миллион алтарей и хоть миллион в день их ставить и продавать вот эти алтари и все остальное. Так, что тут чувак пишет, что у него Забдос не заспавнился? Да, вот у него как раз не у меня, я сказал у меня, у него вот Забдос не заспавнился, там стоял он, у него он орб сунул, у него не заспавнился.
смысле не заспавнился? Или заспавнился, но был невидимый? Я вот сам не понял, они там что-то говорили, то, что он заспавнился, улетел, у него там был невидимый, он пересоходил. Я сам не понял, что они говорили мне. Ну так, это так всегда, если ты вставляешь, что он там 10 секунд невидимый, но на карте у тебя показывается, куда он летит. Поэтому ты можешь за ним следовать и потом его словить. Поэтому, я не знаю, он заспавнил, но он улетел, то есть он не успел словить Забдуса, все. Ну. Так, ладно, да, по приколу, ща. Я ему не буду спавнить Забдуса, ща. Я ему выдам ТП, как у него там? Я не буду ему спавнить, потому что уже слишком. Я ему выдам алтарь. Захочет, прокачает еще один орб, поставит алтарь и потом сам заспавнит. Справедливо. Я ему дал, можно сказать, стак алмазных монет и поверил ему на слово то, что он не словил и то, что он не видел. Ну, в принципе, смотри, когда я же спавню Шайни, тоже такая же фигня. Я не вижу Шайни где-то секунд 20, а потом он появляется. Я это не знаю, это не баг сервера или еще что-то, это прям баг мода, мне так кажется. Ну, я когда спавню покемонов, у меня они видны. Вот ну, когда в одиночке. Ну, в одиночке это в одиночке, это на сервере. Поэтому я не знаю, говорю. Вот, давай я еще раз заспавнюсь. Да какой спид. Я когда своего Забдуса спавнил, он сразу у меня появился. Ну, это, я говорю, иногда случается. Например, когда я спавню, я вот сейчас еще раз заспавню. Катерпи, да? Катерпи Шайни. Да не нужно на меня нападать. Вот, я заспавнил, я его сейчас вижу. То есть я его сразу вижу. Когда я... Да твою ж, чё ты на меня нападаешь? Да, да. Вот тут, знаешь, вот эта фигня, они тут так хреново сделали, что как ты только убегаешь от покемона, который на тебя нападает, он сразу же в ту секунду на тебя опять нападает. Там вроде есть какая-то команда, чтобы они замерли на месте и не нападали. Я не знаю, команда. Вот сейчас я вижу, когда я заспавнил Магби, то он у меня был виден. Но потом через 10 секунд он пропал. И его уже потом словили кто-то другие, потому что я его не видел. И также, когда я помню, кого я там спавнил. Первый раз или второй, там Шайни Риолу я спавнил. И короче, я заспавнил, и она у меня где-то 20 секунд не была видна. И у того чувака, которому я заспавнил, у него тоже вроде не была видна. И прибежал уже другой человек, у которого была видна, и словил ее. Поэтому это уже зависит. Чё-то за херня падает. А, это дрифло. Так, ну походу Шайни Катерпи никому не нужен. Не нужен так не нужен, я заспавнил. Шайни Катерпи, ещё знаешь кого заспавню? Я, кстати, этого Катерпи не вижу, да. Не видишь? Ну, а я его вижу. Поэтому я говорю, это такая фигня случается. Поке спаун. Я заспавню Шайни Катерпи и Шайни Видл. И ловите себе. Чего? Тун, такие разборочки, это не на этом сервере. Разборки сейчас несколько часов шли. И вот этот человек там участвовал? Да, они там все друг с другом что-то спорили. Не, ну просто ты посмотри, что этот человек писал тому человеку, кто выиграл дом, Камикадзе. Я что-то не видел, чтобы он что-то писал. Не, ну что сейчас он написал, посмотри. У меня не видно, чтобы он что-то писал. Ты что, гонишь, включи вот это. Нажми букву Т и включи чат. И посмотри, что он написал Камикадзе. У меня его комментарий не виден. Бред какой-то. Не, ну в принципе я говорю, разборки это не на этом сервере, поэтому... Может быть, он ему в личку написал, а игроки не видят лички. Только ты видишь. Вряд ли, ну в принципе... Че, какая натура? Ла-ла-ла, что я делаю? Пошли кэш продай. И вот этот написал вот тому чуваку, который выиграл дом. Сначала вот он писал, зная, что он очень хочет дом и все такое. А потом вот этот, ты выиграл дом, да? И вот этот Камикадзе выиграл дом. И он потом ему что-то начал писать, не знаю, ну, может,
Если ты говоришь, что сегодня там у них разборки были, а у кого были? Вот в этого и у Камикадзе? Я не знаю, там все сидели, что-то спорили целый день. Ждали, когда ты зайдешь, что-то спорили. Бред какой-то. Не, ну просто я говорю, они сейчас начали спорить, но тот Камикадзе ничего никому не пишет, да, а тот начал на него всякое вот это писать. Не, ну в принципе ладно, это разборки разборками, и в правилах сервера даже сказано миллион раз было то, что оскорбление, гриферство, мат, обман и все такое, на этом сервере сразу бан, потому что этот сервер, в принципе, вообще без нарушений, чтобы было приятно и играть, и чтобы никто никому не надоедал, да? Если ты говоришь, и тут еще вижу, человеки пишут в скайп, что тот человек, который забанен, агрошкольник, то есть он тут сидит и на всех агрится, и на всех матерится, и все такое. Он же, когда я зашел на сервер, вот сейчас в этой серии, когда я же зашел на сервер, я его вроде кикнул, я ему написал, что не матерись, потому что первое предупреждение, и если еще раз заматеришься, будет мут. Видишь, я ему сразу написал, хотя я его даже не знал, что он тут матерится и все такое, а он... Ну ладно, давай, короче, на этом закончим. Разыграли Шайни, Катерпи, Видла тоже разыграли Шайни. В принципе, разыграли два дома, ребята. На Новый год, если я уже, может, говорил, но, в принципе, еще раз нужно сказать, то, что на Новый год тут будут большие раздачи. Может, там Шайни, не знаю, Шайни легенды, Шайни покемоны. Если я успею, то еще построю где-то там 3 или 6 или 9 домов, потому что там идут вот так. Один большой дом, и там 3 дома, можно и так сказать. И поэтому, если успею построить, то на Новый год будут большие розыгрыши домов. То есть у вас у всех есть возможность там поселиться. Но если вы не играете на сервер, то можете купить пропуск на сервер, в принципе, дешевый. Или так, как наш Дирлин, да, который выиграл бесплатный пропуск на сервер. Но там уже знаешь, что с чем-то человеку участвуете, чтобы... Да, я сам офигел, когда ты мне в личку написал то, что я победил. Я только после увидел видео. Ну просто тогда я выбрал 2 человек, которые победили. Ну, в принципе, знаешь, там участвует 150 человек, там, ну, когда как, там, 90, 100, может, еще сколько. И знаешь, 100 человек, чтобы рандом указал именно на тебя или еще на кого-то тоже как-то. Ну, или повести нужно, или не знаю. Ну, в принципе, все, ребята, давайте на этом уже закончим. Сегодня у нас был в серии гость сервера, серии, да, который играет на сервере, Дирлин, Женя, да? Да. В принципе, все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока скажи, чем молчишь.